вітання усім глядачам. Ми в ефірі першого міського проєкту «Інтерв'ю дня». Мене звати Наталя Болдинська. І сьогодні поряд зі мною президент, а саме президент волейбольної асоціації Кривого Рогу Олексій Павлюк, а також віце-президент цієї ж асоціації Олена Бузовер'я. Вітаю. Доброго вечора. По-перше, які наразі головні події, головні новини у криворізькому волейболі? Що можете сказати? Ось таке перше, що приходить у голову. Зараз в нашому місті. Зараз таке затишье міжсезоння. Ні, от ми тільки в сентябрі закінчили пляжний волейбол грати. В цьому році був дуже насичений рік. І аматорський чемпіонат, і України, і серед дорослих, і серед дітей чемпіонати України ми проводили на новій відкритій базі, яку ми совместно з нашими спонсорами, совместно с нашими любителями, партнерами волейбола, которые помогли нам открыть эту базу, которая сейчас известна уже на всю Украину. Это база «Теремок», которая находится в Кудашевке. Сейчас она известна как по пляжному волейболу, и она представляет центр пляжного волейбола. Так, наш город Кривой Рог, да, поэтому эту базу уже знает вся Украина. А все вы там пляжники. Вот саме все профессионально зроблено, так? Тобто для прийому на вищому рівні, в всеукраїнських чемпіонатів. Да, это правда, потому что поляны были оснащены и подготовлены именно по стандартам Федерации волейбола Украины. Это песок, это качество песка, это размеры площадок, это размеры сеток, высота, длина, размеры площадок именно какие должны быть по метражу. Когда Федерация волейбола Украины приняли эти площадки, тогда мы только стартовали. И в этом году это было для нас открытие, вернее, для нашего города даже, потому что у нас пляжный волейбол был на самом низком уровне, а сейчас он как бы поднимается. І ми дуже раді, що в нашому місті він процвітає. Ну, до речі, про літні такі здобутки криворіжців. Організували, підготувалися все на вищому рівні. А як щодо підготовки спортсменів криворізьких? Як виступили наші хлопці, дівчата? Ну, на самом деле, у нас волейбол, как Лена сказала, не на самом высоком уровне, пляжный волейбол. Поэтому наши спортсмены достойно выступали, но призовые места, к сожалению, никакие не завоевали. А кто переміг? Які найсильніші команди були? А вот в аматорском чемпионате Украины были у нас призовые места, которые занимали... Ну, это по этапам. Там было несколько этапов, там были призовые места, а финальная часть была в Киеве. Ну, в Киеве уже на подведении итогов, я имею в виду призовых мест, в криворожские пары. Ну, а какие места вважаются традиционно сильными в волейболе? Это кто? Ну, это, конечно же, первое, второе, третье место среди... Какие в этом году... Я имею, так, да, какие места Украины? Запорожье, Харьков, традиционно сильные, Киев, Днепропетровск, наверное. Это города именно волейбола, в которых уже развивается волейбол уже много лет. Именно пляжные также и классические. Тем более, если вы знаете, по классике «Локомотив» Харькова – это чемпион Украины, который в этом году завоевал, вот уже проходил суперкубок, и они выиграли суперкубок. Тобто насильніша команда на сегодняшний день. Насильніша команда хлопців. Так, по пляжному волейболу тоже в Харьков очень развит. Мы, кстати, очень благодарим за помощь в развитии нашего теремка, президента по пляжному волейболу именно Украины, это Задорожний Валерий Викторович, который нам тоже помог осуществить нашу мечту і розвити пляжний волейбол в нашому місті і відкрити теремок. Наступного року змагання плануються всеукраїнські у Кривому Розі з пляжного волейболу? Так, звісно. Плануються масштабні соревновання, я хотіла би навіть так сказати, тому що ми плануємо, щоб це було... Ну, по-перше, вже є площадка для цього, так? Площадки є. Просто гріх не використовувати, так? Є площадки, їх три на одній базі. Но мы еще планируем это сделать таким мероприятием, как более шоу, чтобы больше привлечь людей, детей,
волейболистов к пляжному волейболу, так как это очень красочный и азартный вид спорта, и более такой красочный. Если вы посмотрели, как парни играют, да, какие эмоции, как девушки, в каких костюмах. Многие приходят просто посмотреть на форму. Да. Олексію, у Кривому Розі є асоціація, ви її представляєте, волейбольна, є федерація також. У чому різниця, чим займаєтеся ви і чим займається федерація? От які у вас, як розділяєте, скажімо так, обов'язки? Да, на самом деле на данный момент существует Федерация волейбола Кривого Рога, как и в каждом виде спорта есть своя федерация. Она существует давно, ее задачи и цели – это организация и проведение чемпионата города и кубка города среди мужских и женских команд. Мы создали ассоциацию для развития и популяризации волейбола в Кривом Роге, хотели занять ту нишу, которая не была занята. То есть это проведение различных турниров, мастер-классов. Мы проехали несколько, можно сказать, до 10 школ, там, где проводили мастер-классы, дарили какие-то мячи, показывали ребятам те навыки волейбола, которые необходимы для понимания этой игры и ее основ. Бывали мы и на Макулане, звали нас и на Ингулец. На Сивгок мы, к сожалению, не попали, но я думаю, мы эту проблему, конечно же, решим. Федерация проводит чемпионаты Куба, как я уже сказал. Наша задача, вот у меня и у моих однодумцев, у участников волейбольной ассоциации Кривого Рога, возникла та же идея проведения любительской волейбольной лиги. То есть это те люди, которые собираются просто где-то там в школах. Да, это початку, внутригородская лига, да, которая люди любят волейбол, собираются какими-то командами, какими-то своими группами, а скажем багато, так, до речі? И играют в волейбол. Вот мы их всех вместе собрали, скоординировали, уже третий год функционирует эта лига, 7-8 команд в ней. Немного, но тем не менее, люди собираются, люди играют, уровень игры разный. Эта лига дала на данный момент 5 команд, которые участвуют в основной лиге нашего города. У нас есть первая лига и есть высшая лига. То есть они стартовали с любительской лиги, потом они уже, скажем так, выросли и сейчас принимают участие в первой лиге. Изначально это были ребята, которые там были в разных шортах, в разных футболках. Сейчас они уже, скажем так, скомпоновались. Да, у них есть свои лидеры, у них свои есть какие-то цели, задачи, у них есть форма, они купили себе мячи, вплоть до того, что они придумали себе эмблемы, они идут дальше, развиваются. Приятно, конечно, смотреть на то, что наши усилия не прошли зря, и вот ребята так себя проявляют. Ну, плюс, я так розумію, ви розвиваєте ще й не лише ось традиційний волейбол, а й його різновиди, так, не лише класичний, да. А й пляжний ще залучає. Пляжний волейбол у нас в місті проходив, наверное, уже порядка 10 лет. У нас турниры по пляжному волейболу проходили на базе отдыха Марьяновка под гидой ArcelorMittal Кривой Рог организовывал. То есть это были единственные соревнования, 3 турнира за лето, на которых могли себя попробовать, проявить и показать волейболисты, мужчины нашего города. Мы решили, что нам нужен чемпионат, который определит лучших именно в нашем городе. Опять же, организовали чемпионат. Вот в этом году у нас уже был 4-й чемпионат среди мужчин и 2-й среди женщин. Опять же, можно себе маленький плюсик, маленькую звездочку поставить, потому что благодаря нам мы начали организовывать женские чемпионаты, которых до нас в городе не было. Взагалі не існувало. Вообще чемпионата не было женских. Вот девушки начали играть, им это нравилось. Некоторые уже, вот допустим, Елена с напарницей выезжали за пределы города, играли в различных турнирах, ну, представляли Кривий Рог. И, как вы сказали, еще парковый волейбол. Это разновидность волейбола, где участвуют 4 человека в поле. В классическом 6 на 6 в зале, в пляжном это 2 на 2, а в парковом 4 на 4. То вот мы проводили турниры в День защиты детей, в День независимости Украины. Турниры проходили на открытом воздухе, в 2 площадки. Спортивная база КТУ, стадион КТУ. Наскільки затребуваний зараз цей вид спорту? Чи велика цікавість з боку людей, підлітків і дорослих до волейболу? Ви знаєте, у нас є сайт, у нас є групи ВКонтакте, в Фейсбуці. На сайтах у нас вся є інформація, а також наші телефони. Мне иногда звонят люди, родители, и спрашивают, куда можно сдать своего ребенка, потому что мы хотим... Само на волейбол. Да, чтобы занимался волейболом. Но в нашем городе есть такая проблема, что
Существует одно только в США, где тренируют, и то только девочек. Мальчиков, чтобы тренировать с самого маленького возраста, скамьи, да, так, да? Школьной скамьи, это с 4 класса. У нас просто негде. Это проблема для нашего города, и мы хотели бы, чтобы наши власти, наш горсовет помогли в этом и создали на базе какой-то другой школы ДЮСШ или спортивную, так, якусь секцію, можливо, так. Именно секцию, да, для початку. Либо добавили часы туда, где есть уже девочек, детская юношеская спортивная школа для девочек, добавили часы, и ребята смогли туда заниматься. Тобто запит є такий, так, питають і батьки, і да, діти, да, цікавляться, так, цим. Ми вот проводили, когда мастер-класы, приходили дети разных возрастов, начиная с 4 класса, заканчивая 11, у которых горели глаза и которые хотели продолжить дальше и заниматься где-то профессионально, потому что не все учителя физкультуры могут дать именно правильные азы для того, чтобы заниматься дальше волейболом. А в школах профессиональных в ДЮСШ могут рассказать уже тренера и показать, как это правильно делать, чтобы детей не ломать в дальнейшем. А то есть какие-то вимоги щодо фізичних даних волейболістів в майбутніх? Чи тут, наверное, рост. Но это уже для профессиональных спортсменов, наверное, рост. Но если играть для себя, играть на уровне города, даже, допустим, в чемпионате Украины, то есть разные амплуа. Есть, допустим, либеро, это тот человек, который только принимает атаки соперника на задней линии защиты и участвовать в приеме и в защите. То есть он не нападает, он не подает подачу, поэтому рост там вообще как бы не нужен, лишь бы было желание, были данные физические в том плане, что крепкий, здоровый ребенок, быстро и он бегать этого хочет сделать. Может, все дети любят. В прошлом году вот детский тоже турнир у нас такой получился, очень большой, масштабный. Это мы проводили новогодний турнир среди детей, среди девушек и парней на базе Южного горно-бодительного комбината в спортзале, в дворец спорта ЮГОКа, новогодние турниры. Там принимали участие порядка 10 или 12 школ. Это был, да, это был турнир такой, я не знаю, мы его организовали, в конце мы выдохнули, потому что просто нужно уметь работать с детьми в том плане, что нужно понимать их психологию, настрой. Вот они бегают, кричат, все хотят играть, все заряженные, у всех горят глаза, все кричат, пищат, за последний мяч бьются. Помогал нам судить эти игры нынешний президент Федерации волейбола Кривого Рога, судья национальной категории Роман Михайлович Цвили. Он говорит: да, конечно, дети, это хорошо, но вот говорит, я устал, вот они, каждому объясни, каждому покажи, каждого научи. Да. Вот и турнир был тоже благотворительным. Мы потом собирали какие-то взносы из наших партнеров, из ребят, девушек и парней, которые играли. Дарили, понятное дело, подарки новогодние, медали, кубки. И в конце мы передали свыше 5000 гривен школе-интернату ЮГОКа, да? Так вот это было, да. Була Снігурочка, був Дід Мороз. Цього року плануєте щось подібне, чи поки що таких планів? На самом деле, в будь-якому случае, стоит продолжать традицию, хотим сделать, в будь-якому случае, это нужно, дети хотят, звонят. Вот мне звонил недавно тренер інгулецької команди. Его команда всегда принимает участие в районном чемпионате, в городском чемпионате. Он спрашивал, в прошлом году проводили, давайте еще. А что для этого потребно? Что вам, чтобы организовать снова такой чемпионат? Для этого нужен зал. Для этого нужны какие-то партнеры, меценаты, которые немножко помогут. Все-таки детям интересно получить какую-то медальку, какую-то открытку, какой-то памятный магнит. Это дети, для них это интересно. Если мы уже прошли, скажем так, это все для детей однозначно, они просто так, им не интересно. В первую очередь это мотивация для них. Если ребенок выиграл какое-то место, занял, ты уже получил эту медаль, у него вырастут крылья, и он почувствует себя, что он что-то может и будет двигаться дальше. Понимаете, на этом турнире мы увидели очень много детей, которые талантливые, но им негде развиваться. Если бы были именно вот секции, которые бы помогли им развиваться, у нас бы в городе тоже можно было назвать Кривий Рог волейбольную столицу. Да. Тобто, я правильно розумію, це одна з головних проблем міста, що немає саме дитячих секцій з волейболу, а бажаючі займатися ним є все ж таки. Да, на самом деле, это проблема, которая ведет к тому, что на данный момент у нас есть волейбол в Кривом Городе, но он потихоньку, его, скажем так, его пламя
угасает, потому что у нас раньше были очень представительные турниры. Один из них – это турнир памяти Киселева. У нас была команда волейбольная «Эскориал». Они участвовали в высшей лиге Украины, они побеждали в этой лиге. Был турнир памяти афганцев на Энгульце. На данный момент этих турниров нет. То есть увидеть приезжие команды с хорошим уровнем игры сложно нашим всем людям. Вот мы стараемся как-то тоже эту нишу заполнять, проводим турниры. На найближчі от кінець осені, на зиму, які плани? Да, я би хотіла сказати, Алексей у нас тренер і один із основателей команди «Динамо», которые на даний момент являються действующими чемпіонами города. Вот, они создали эту команду 5 лет назад, и в этом году планируется такой турнир к пятилетию команды «Динамо». Вот, и поэтому приглашаем мы команду. Коли саме це буде? Это будет следующую, это будет 4 числа, в следующую субботу. На самом деле мы каждый 4 листопада. Да, на самом деле мы каждый год отмечаем такой маленький свой, скажем так, день рождения нашего клуба каким-то турниром и приезжаем. А кого запрошуете? Кто может играть? Зовем иногородние команды, чтобы все наши городские любители спорта, зрители, болельщики посмотрели на приезжие команды, потому что у нас а с місцевых имановать профессионалы чи любители могут играть? В прошлом году у нас была сборная города, вот мы как-то их, но мы больше хотим сделать упор на то, чтобы посмотрели на приезжие команды. Это была и команда из Херсона, из Киева была команда Орджоникидзе, Никополи. Вот так вот, опять же, вот это один из тех немногочисленных турниров, которые есть на данный момент. Хотим сотрудничать с федерацией, с городскими властями, чтобы сделать какой-то кубок, допустим, кого-то, чего-то в честь любого человека, в честь сделать его традиционным. Готовы выслушать все пожелания, все как бы рекомендации, потому что мы вот недавно, 2 недели назад, были на хорошем турнире в Днепродзержинске, в Каменском. Да, там принимали участие более 50 команд. Ветераны, мужчины, женщины, девушки, мужчины. С нашего города было 3 или 4. Более 70 команд. Больше 70 команд. С нашего города было 3 мужских команды и около 4-5 женских команд. То есть, да, мы можем ездить, мы хотим играть, мы ездим. А у себя в городе пока мы организовать это не можем. Вот хотелось бы как-то, чтобы шагнуть все-таки в ту сторону прогресса и развития волейбола в нашем городе. Да. Вы в начале нашего эфира спросили, что в данный момент происходит у нас в городе. У нас на данный момент в городе начался второй тур Кубка города по волейболу среди мужских и женских команд. И найближчі ігри коли? Вот, допустим, в эти минуты проходит игра во дворце спорта «Молодость», играет команда «Молодость», и там играет с представителями команды Южного комбината «Югок Молодость». Завтра какие-то женские баталии, возможно, будут по женским более детально, может, Елена там вам сказать, если нужно. В мужской сетке 17 команд принимают участие, в женской сетке около 10. Вот у нас идет Лена, что подивитись, есть все-таки игры? Да, есть анонсы у нас на сайте, у нас в группах, это все есть. Да, Лена этим занимается, ведет все очень четко, слаженно, сотрудничаем с федерацией. Волейбол живет, здорово морозе, незважаючи на деякі складнощі. Поэтому до Нового года у нас будет идти кубок. После Нового года у нас начинается чемпионат. Хотим еще в этом году сделать такую новинку для нашего города. Возможно, кому-то она покажется не новинкой, потому что это уже, в принципе, везде пройденный этап. Это суперкубок. Чемпион города и обладатель кубка играют между собой встречу. Это для массовости, это для популяризации, для привлечения болельщиков и зрителей. Вот можно сделать и мужской, и женский. Я думаю, у нас все получится. І... Ну, головне, що є плани, є натхнення і є енергія все це робити. Я дякую вам за розмову. На цьому все. Про криворізький волейбол ми сьогодні говорили з президентом волейбольної асоціації Кривого Рогу Олексієм Павлюком та віце-президентом цієї ж асоціації Оленою Бузоверою. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.